Впервые в торжественном параде принимают участие отряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия». Отряды юнармейцев организованы на базе гимназии номер 1 и школы номер 3 имени Дмитрия Константиновича Булгарина. Традиционно парад завершает Всероссийская общественная организация «Русские мотоциклисты», Полярно-Зоринская городская общественная организация, спортивно-технический клуб «Арктик Мода». Команду для начала военного парада отдает заместитель командира войсковой части номер 3644 по работе с личным составом капитан Фрахт Сергей Владимирович. Парад под государственный флаг Российской Федерации, знамя мира, равнение направо, шагом марш! Митинг, посвященный 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, объявляю закрытым. Дорогие ветераны и жители нашего города, через 5 минут на центральной площади состоится праздничный концерт, посвященный Великой Победе. А также, по традиции всех желающих, приглашаем посетить памятные места в поселке Зашей и на Восточной Губе. Автобусы находятся на автостоянке Невский.
люди? Нас слышно? Как настроение? Сейчас будут танцы. Дорогие друзья, мы не можем оставить без внимания трагедию, которая произошла накануне. Мы никогда этого не забудем, и та боль, которая произошла, ее не изменить. Я хочу, чтобы каждый из вас сейчас в глубине своей души вспомнил то самое чувство, которое называется любовь. Оно переживет все невзгоды, все потери. Только любовь даст новое поколение, только любовь даст продолжение рода, и только любовь поможет преодолеть все трудности. Аккордеон — это один из тех инструментов, который, как мы говорим, ближе всего к нашей душе. И он способен передать все чувства, которые испытывает человек. Любовь очень важна, потому что мы не знаем, что нам приготовлено завтра. Поэтому сегодня обнимите, поцелуйте, скажите искренние слова всем близким, которые у вас есть, всем людям, которых вы любите. Не таите обиды, простите их. Потому что только так мы будем сильнее, и только благодаря этому мы сможем сохранить преемственность. Сегодня она в том, что мы, артисты, исполняем композиции, которые передали нам наши предки. И я надеюсь, что наши внуки будут помнить эти песни и будут также собираться и отмечать великую победу. Любви вам, друзья. Thank you.
ребята! С Днем Победы! Мирного неба, любви, счастья, здоровья! С 9 мая у нас! Ура!